Возрождая традиции дворцов юных техников, в Белгороде появится детский технопарк. В планах открыть в нем несколько лабораторий и интерактивных площадок, где ребята будут знакомиться с современными достижениями инженерной мысли. На родине знаменитого земляка в Короче появилась мемориальная доска митрополита Макария. Изготовил ее белгородский скульптор Дмитрий Горин. На сцене Белгородской государственной филармонии подвели итоги 11-го международного детского конкурса фестиваля «Гармония». Более 1500 юных музыкантов из России и зарубежья боролись за звание самого талантливого и виртуозного в 11 номинациях.